В зале есть человек, которого зовут Сослан Асбаров. Сослан, где ты? Мы все ждем тебя в ринге. Я думаю, пришло время вам увидеться с Алексеем Папиным. Ты же знаешь, я принимаю любые вызовы. Главное, чтобы был интерес. И бой был интересен публике. Я только за, вперед, обсудить с организациями этот бой. И вперед, я готов.